Новые экономические термины постоянно приходят в нашу жизнь, причем это касается не только политиков и обитателей бизнес-центров, но и простых граждан. Например, в нашей стране набирает популярность кэш-аут, и Тверская область не исключение. О том, что это такое, в нашем следующем сюжете. Это только жители больших городов уверены, что наличные деньги отжили свой век. В провинции, в маленьких городах и деревнях купюры, да и монеты до сих пор в ходу. Зачастую и в магазинах, и при оказании бытовых услуг с большим удовольствием у вас возьмут банкноты, нежели протянут терминал. Однако действительно, зарплату людям все чаще перечисляют на карту, а с обналичкой нередко бывают проблемы. Здесь и приходит на помощь сервис «Кэш-аут». Любой гражданин может прийти в магазин, оформить какую-то покупку или услугу и предупредить сразу на кассе, что он снимает в том числе наличные денежные средства. Общую сумму включает в чек, и когда человек забирает товар, ему и также выдают наличные деньги. Тут, конечно, нужно, чтобы у человека на карте была требуемая сумма денег. Ну и, конечно, в кассе имелось нужное количество банкнот. Стоит отметить, что за один раз можно снять 5000 рублей, а в месяц не более 30 тысяч. По данным регионального управления Центробанка, в среднем жители Верхней Волжи обналичивают на кассе немногим более 2500 за одну операцию. В 2022 году уже 277 предприятий, которые предоставляли товары и услуги на территории Тверской области, использовали данную функцию. Самым распространенным такие операции проводились в Калининском районе, а также большое количество проводилось в Конаковском, Торжокском и Вышневолодском районе. Как отмечают в ЦБ, количество точек, где доступен сервис кэш-аут, постоянно растет. В основном это магазины и АЗС. А возможности снять наличные на кассе, как правило, говорят стикеры или соответствующие объявления.